Химках началась продажа новогодних деревьев. Елочные базары открылись по всему округу. Там можно приобрести лесную красавицу на любой вкус, а главное – кошелек. Временно исполняющий обязанности руководителя администрации Владимир Слепцов проверил готовность базаров к Новому году. Подробнее в сюжете Ольги Донченко. Хвойная красавица – главный атрибут Нового года. Организатор сети базаров по продаже елей Алексей Солодовников это знает, поэтому к формированию ассортимента подходит ответственно. Контролирует весь процесс, начиная с закупки. Если что-то внутри смотришь на елку, ах, все, берем. Вот как-то так. После того, как она приехала сюда, на нашем уже складе проходит предпродажная подготовка. То есть они не всегда супер идеальные, но мы доводим их до ума. Подрезаем кончики, подрезаем какие-то веточки, снизу убираем, подрезаем ветки снизу для того, чтобы можно было легко засунуть это все в подставку для елок. Елочный базар развернулся непосредственно у центрального входа в парк Толстого. Сейчас здесь представлено порядка 30 елок и сосен. Вот такие зеленые красавицы пожаловали к нам из Пермского края. К слову, для того, чтобы быть уверенным, что елка настоящая и не обработана никакими химикатами, специалисты рекомендуют попробовать ее на вкус. Если елка настоящая, привкус у нее должен быть горьковатый и слегка с хвойным привкусом. А это значит, что елка прослужит вам до конца января. В этом году таких точек 11 по городскому округу. Все они оформлены в едином стиле. Каждый торговый объект лично проверил временно исполняющий обязанности руководителя администрации Владимир Слепцов. Мы, в общем-то, попросили предпринимателей, чтобы выбор был достаточно разнообразный. Ну, я думаю, что сейчас боевая готовность процентов на 90. Но опять же, это идет процесс, который в дальнейшем мы доведем до ума. То есть в этом году мы усилились, в следующем году дополним, а в следующем году, наверное, проведем так, как должно быть вообще по-настоящему хорошо. К слову, для желающих предусмотрена специальная услуга – доставка дерева в качестве подарка от вашего имени. Также действуют скидки для многодетных семей и пенсионеров. Елочные базары будут работать вплоть до 31 декабря с 10 утра до 22:00. Ольга Донченко, Дмитрий Алексеев, служба новостей.